Итак, мы находимся в конюшне на Московском ипподроме центральном. И пойдем посмотрим, как там живут лошади. Вот здесь они живут. Кушают. Опа. Это чистит лошадь. Ой, а это вы чистите лошадь, да? Можно не снимать? А. Такая чудная, но, знаете, хорошо. Вот, мы попали на обед. Что у него вообще? Если перчик крысиным ядом, то там и этот есть, и пиридоксин. В смысле искать? Ну дайте Полинке пиридоксин ампулу или какую ампулу. Он лежит в шкафу. Ну дайте этим людям. И если есть еще этого антитоксина, здравствуйте. Мы заехали. Какой алоэ? Антитокс. Дикосол. Там же вместе все. Быстрая погоня. Привет. Кушай, кушай, кушай. Так жует, да? Прям самому кушать захотелось. Ой. Ну, какой нос. Это ваша? Нет. Погоня, наглая ты морда. Привет, мой красивый. Это Орловская? Это Орловская, это Хреновская. А вы на передовой злоте. Да, наши здесь вместе. Так, мы должны бежать, начнут скоро. Нет, ну, конкретно нет, но вот. А это здесь, кажется, это подковы здесь, наверное, ремонтируют. Это наковальня здесь, ну, размер, чтобы подогнать. Ой, скажи, пожалуйста, это вот для соревнований, да? Да, это началка для... Для соревнований. А то вот сейчас, что мы тренировочные, да? Вот так водные процедуры. Лиза, это как мы майки моем? Майки, Эля. Я не вышла мыться. Вот надо вот такую тоже, да? Вот это? Да, это Кассиопея наша, тут звезда, лучшая была трехлетняя орловская лошадь сезона, то есть признана лучше. 4 балла экстерьер, это вот самое лучшее, что сейчас вот есть Хреновского на центральном московском ипподроме. Кася, Касечка.
12.30 это, как правило, время либо кормления, либо поения, когда воду открывать. То есть, ну, оставляет, допустим, на какое-то время. То есть после сразу после работы желательно 2 часа не пить, не есть. Ну, сено можно, а вот концентраты и воду нельзя, потому что бывает эпопой, знаменитые, очень неприятные штуки. Заканчиваем наш репортаж с московского ипподрома. Всего доброго.